Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великий музей мира». Теодорих, святой Иероним, около 1370 года, дерево темпера 114-105. Для стиля чешской живописи 1360-х годов характерны крепко моделированные пластичные формы, коренастые массивные фигуры и живопись манеры исполнения. Первым мастером пражского цеха художников в это время становится Теодорих. Занимая видное место при дворе, он сопровождал императора во время коронационной поездки в Рим, где познакомился с итальянским искусством XIV века. В 1365 году живописцу было поручено украшать Карлштейн, расположенный близ Праги, загородную резиденцию Карла IV. Здесь, в капелле Святого Креста, мастер создал 129 картин погрудными изображениями святых. Ансамбль, расположенный тремя горизонтальными рядами своеобразных сакральных портретов, отличных от иконописных индивидуализированных образов, целиком заполнил стены часовни. Мощные полуфигуры, выступающие за обрамление досок, показаны на золотом орнаментальном фоне. В образах Теодорих воплотил могучие характеры. Святые имеют сильные руки, крупные объемные черты лица. Звучность красочной гаммы сообщает им дополнительную внутреннюю энергию. Индивидуальность каждого выражена с небывалой для той эпохи яркостью. Ощущается суровое и настойчивое утверждение человеческой личности. Вот такое описание к работе Теодориха, святой Иероним, около 1370 года, дерево темпера. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу.